В Москве глава Дагестана и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности. Рамазан Абдулатипов отметил, что в республике наблюдается много позитивных изменений в самых разных сферах жизни. В свою очередь, Денис Мантуров добавил, что Дагестан может всегда рассчитывать на взаимодействие с министерством, особенно это касается промышленных проектов. По индексу промышленного развития мы выходим на одно из первых мест. В России, да. По объемам, может быть, мы последние, но этот индекс говорит о том, что в республике идет позитивный процесс. И прежде всего, при поддержке и понимании со стороны министра, со стороны всего министерства. И мы считаем, что это дом, куда мы можем идти, и нам посоветуют, помогут, поддержат. Спасибо большое. Помимо традиционных субсидий, которые мы использовали и будем продолжать активно использовать в части компенсации процентов по кредитам на техническое перевооружение, на создание новых мощностей, сейчас с учетом кризисных явлений мы также будем помогать предприятиям Дагестана с использованием средств субсидий на компенсацию процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, что, собственно, является крайне важным на сегодняшний день для выполнения заказов не только по линии государства, но и, соответственно, для выполнения текущей деятельности предприятий. Завершая встречу, глава республики отметил, что совместная работа министерства с Дагестаном ведется в том числе и в рамках реализации постановления правительства России о первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития республики, которое было подписано Дмитрием Медведевым в конце прошлого года. 14 проектов, которые мы предлагаем, они фактически вышли в том числе из самого министерства, что была большая поддержка, помощь в разработке самих проектов. Если из этих проектов хотя бы 2-3 проекта состоится, это уже большой плюс для развития промышленности Республики Дагестан.